Почему качество и назначение бумаги играет большую роль? Для примера возьму пастель и маркер. Это ксероксная тонкая бумага, почти без текстуры. Мелок совершенно не цепляется. А это профессиональная бумага с напылением. Мазок получается плотный и насыщенный. Попробуем маркер. На обычной бумаге он сильно течет. Не получается тонкая линия, и все пропитывается на обратной стороне. А это бумага для маркеров. Плотная, гладкая, линия тонкая. Цвет можно наслаивать и смешивать. Не отпечатывается на обратной стороне. Выводы делайте сами.